Давайте уже мы с вами начнем. У нас продолжение разговора про объектную модель в Питоне. Вот, собственно, из четырех пунктов, которые мы уже озвучивали, осталось только поговорить про наследование. Почему? Значит, смотрите, ну, абстракция — это абстрактное понятие. Мы, возможно, не будем упражняться в абстракции. Вот, инкапсуляция — это просто средство организации иерархии пространств имен, и с этим мы уже давно знакомы. Наследование и полиморфизм, да? Что касается полиморфизма, то мы уже говорили с вами в прошлый раз, что он бывает двух видов, он бывает ad hoc, а бывает такой true полиморфизм, вот. И что доктайпинг это, так сказать, полиморфизм из коробки во всем, да? То есть у нас нет необходимости синтаксически отдельно обозначать или оговаривать, какие конструкции языка программирования полиморфны. Вот. Эта необходимость у нас возникнет, когда мы будем говорить про статическую типизацию в Питоне, такая и есть, но это в конце у нас уже будет. Вот. А в данный момент ничего подобного не нужно. Соответственно, осталось одно только наследование. Вот. С наследованием, в общем, все довольно все просто. Вот. Потому что мы же с вами теперь знаем, что классы в Питоне — это всего лишь такие исполняемые кусочки кода, которые оставляют след в своем собственном пространстве имен при исполнении. Вот и все. Да? Эти кусочки кода обрастают некоторыми дополнительными спецметодами, некоторые из которых мы научились перегружать. Эти кусочки кода callable. Ну, давайте мы сейчас это все еще раз проделаем. Значит, смотрите. Во-первых, эти кусочки кода выполняются. Во-вторых, о, видите? Во-вторых, сами они являются callable, у них должен быть тут где-то метод call. Нету метода call. Как так? Должен быть. Так-то можно сделать? Ну, в общем, нету и нету. Но в любом случае они callable. Давайте, кстати, проверим, а то вдруг я ошибаюсь. Callable, callable, все нормально. Вот, видимо, протокол вызова более хитрый у нас. Значит, сами они callable, сами они выполняются при запуске. Все, что мы засунем внутрь определения класса, будет... Да что ж такое-то? Не на ту кнопочку нажимаю. А, понятно. Вот, все, что мы засунем внутрь определения класса, там отложится. Допустим, поля класса. Методы класса, ну не знаю, там, фун, да? Вот, после выполнения вот такого определения класса у нас в нем, в его пространстве имен зависнет имя фэ и имя фун. Вот, которые можно будет использовать, когда мы что-нибудь конструируем типа C, да? Вот. И третье свойство классов в Питоне, что они преобразуют функции в методы, когда мы смотрим на пространство имен класса сквозь его экземпляр. Да? Метод отличается от функции тем, что функция — это просто функция. Вот. А метод, он... А, ну да, self тут еще. Вот. Неправильно я сделал. Давайте так вот сделаем. Так будет понятнее. Вот. Отличается он тем, что... функция — это просто функция, вот, а метод, он в качестве нулевого параметра получает еще экземпляр, собственно, класса, чей он метод. Вот и все. В простом случае наследование — это еще один механизм избежания повторного написания кода, да, чтобы не делать копипаст. Идея в том, что мы пишем некоторый класс, а
производные от него описываем в виде, а вот, пожалуйста, в этом новом производном классе будут еще такие поля и такие методы, или вот этот метод будет работать по-другому. Все. Ну, самый простой способ. Вот у нас есть класс, у нас замечательный C, давайте мы от него производный класс сделаем. Вот. Что мы можем сделать с этим классом такого, чего... Ну, тут, в общем-то, неинтересно. Давайте что-нибудь к нему приделаем. А, давайте ничего не приделаем. Для начала давайте сделаем так. Вот у нас получилось два класса. C и Son. Вот. Дочерний класс называется Son. Чё? Извините. Чушь какую-то пишу. Класс Son от C. Да. И тут пас. Вот. Да, C маленькая же. Да, значит, вот у нас есть класс C, вот у нас есть класс сын, как бы то, что один является предком другого, можно, наверное, посмотреть, если заглянуть вот сюда. Сейчас посмотрим куда-нибудь, куда мы хотели заглянуть. А, сон. Нет, не сюда. Ну, в общем, ну ладно. В любом случае, у нас вот такая проверка. Давайте сначала посмотрим, в каком порядке она идет. Да, значит, вот такая проверка будет являться true. И более того, у меня есть сильное подозрение, что если мы сделаем элемент класса sun, допустим, s равняется sun, да, то проверка из instance, что у нас из instance-то, s.sun будет, разумеется, true, но также проверка из instance s.c тоже будет true. То есть, когда я говорил, что полиморфизм — это просто тупо соответствие методов одного класса методам другого класса, я немножко, так сказать, упрощал положение, потому что обратите внимание, что так же, как в подавляющем большинстве языков программирования, где используется наследование, экземпляр дочернего класса, экземпляр производного класса, также считается экземпляром класса обычного. Понятное дело, что мы можем перегрузить в этом классе что-нибудь, да хотя бы ту же функцию fun, да, ну и написать что-то типа def fun от self args, да, звездочка, и тут print args, абабаб, вот. Да, что у нас при этом останется? У нас при этом останется поле F, вот, которое равно 100-500, потому что оно изначально у нас было равно 100-500, вот. А функция fun теперь будет работать по-другому. Вот. Ой, в общем, все примерно понятно с этим вашим наследованием. Вот у нас Виктор, как всегда, задает совершенно правильные вопросы, прям-таки вот такие, как нужно. Вот. А именно, вопрос состоит в том, что у нас, если мы хотим не просто вызвать, а переписать метод, или переписать функцию, или там еще что-то сделать, какой-то модифицировать наш класс, но хотим сделать так, чтобы наш производный класс вызывал сначала то, что делает родительский класс, а потом уже делал какие-то свои делишки. Ну, допустим, определяем какой-нибудь класс, там, не знаю, цель, в котором будет у нас метод, ну, не знаю, там, init, self, ну, value, да, значит, здесь будет написано что-то типа self.val равняется val, вот,
Ну и какой-нибудь стыр ему еще определим до кучи, который будет просто возвращать страт вам. Ну такой вот, что тебе не нравится? Да не дев, потому что, а класс. Чё тебе? Вот. Да. Значит, ну вот такой простейший классик, который инициализируется чем ни попадя. Вот. Self well. Да, значит, про супер мы еще будем говорить, погодите, всему свою очередь. Да, значит, все очень хорошо, был бы, как бы, все прекрасно, все работает, и тут мы захотели переопределить стыр. Мы захотели новый класс, который бы работал как старый, причем мы, в общем, не знаем, как работает старый. И сколько у него методов, сколько у него методов мы знаем, мы не знаем, как он работает. Вот. Но хотим обмазать выдачу старого еще чем-нибудь. Как это делается? Ну, допустим, ACL dev str вот self. И вот тут перед нами встает проблема. Мы сначала хотим получить строковое представление того класса, который был, ну вот класс ACL, да? А потом его уже чем-то обмазать. Что для этого нужно сделать? Есть два способа преодоления этой проблемы. Правильный и неправильный. В общем, неправильный способ состоит в следующем. Мы можем написать вот так. cl.str. Поскольку это метод, взятый из класса, значит, ему надо передавать оба параметра. Self. То есть ему надо передавать параметр, который мы ему передаем. Вот, да, если бы мы писали экземпляр класса, тогда бы там не нужно ничего было делать, а вот тут так. Так. Ну и что-нибудь типа return, допустим. Во, смотрите. Что мы здесь сделали? Ну, мы тупо вызвали метод родительского класса. Мы знаем наш родительский класс. Мы сами его создали. Мы из него создали наш класс CL2. Мы тупо вызвали метод родительского класса str, преобразовали там, как полагалось преобразовывать. В общем, не очень представляя себе о том, не очень представляя себе то, как именно полагалось. Вот. А потом взяли и как бы результат обмазали каким-то выражением. И вот вам, пожалуйста, такой способ вспомнить, как работают методы нашего класса базового, на котором мы сделали производство. Здесь есть один подвох, который будет вас поджидать в домашнем задании. Вот. Я его сейчас прямо покажу, а как с ним бороться, возможно, сразу-то не расскажу. Смотрите. Допустим, у нас, вот давайте прямо скопипастим отсюда. Допустим, у нас есть класс A, у которого есть метод add. Вот. Ну, только вот. Да, и еще init ему сделаем. Dev init от self val, да, и этот самый val равняется val. Такой совершенно прекрасный класс, который поддерживает сложение. Мы это уже делали в домашнем задании, да. Вот. Ой, а большое. Ну, надо было ему еще print сделать, да? Dev str self return str от self val. Да что ж такое? Что я сделал неправильно? А, я сделал неправильно, я не сделал вот так. Ну вот, да, значит, прекрасный класс. Допустим, мы делаем производный класс из него. Ну, допустим, класс B, да. Пускай даже ничем не отличается от нашего класса A. И это значит, что он будет точно так же поддерживать сложение. Например, вот B равняется B от
100-500. B плюс A. Ну, print. Давайте ради интереса сделаем сделаем ему репр. Это, конечно, неправильно делать такой репр, но давайте мы сделаем. Вот. Значит, чем плох этот репр? Потому теперь, что бы ни случилось, у нас никогда на экране не появится нормальное описание, какой объект, какого класса, какой new ID, вот это все. Мы забили это описание методом репр, но зато теперь мы можем делать вот так вот. Смотрите, какая красота. Однако, эта красота работает не всегда. Ой, смотрите, я тут скопипастил и не рассказал, в чем проблема. Внимание, вопрос, да? Извините, я тут забежал вперед немножко себя, но и тем не менее. Скажите, пожалуйста, почему вообще результат вот этого сложения B плюс A имеет тип B, а он очевидно имеет тип B? Вот, хотя само сложение определено в классе A. Если бы мы здесь написали что-то типа return A от вот этой штуки, то мы, конечно, бы получили класс A на выходе. Но, как видите, вот тут вот мы использовали такую вот конструкцию, что мы не пишем здесь точно A, а мы говорим так, вот какого типа у тебя тот класс, внутри которого, объект которого мы сейчас обрабатываем, вот такого типа породи новый, да, от вот этих двух значений. То есть, когда эта штука выполняется, когда вот этот add выполняется из объекта B, вот этот type от self, это type от B, то есть класс B. Вот, type от B маленький, то есть класс B. Да? Вот такая конструкция позволяет нам переопределять методы таким образом, чтобы они возвращали тот класс, ну, возвращали тип производного класса, а не базу. Обращаю ваше внимание на то, что если вы переопределяете какой-то стандартный тип данных, например, там список или еще что-то, то вам придется все методы, которые вы переопределяете, обмазать вот такими конструкциями, потому что по умолчанию их там нету. То есть, если вы, например, скажете def, допустим, list с большой буквы от list, и здесь переопределите репр зачем-то, да? Ну, как-то так, да? Ну, это, в общем, совершенно не важно, да? Вот. Вот. То все будет нормально, да? А, опять dev. Что-то я сегодня туплю. Вот. То все будет нормально. Ой. Хорошо. Я написал функцию, которая вызывает репр много-много раз. Хорошо. Это лишнее. Давайте так попробуем. О, отлично. Бредятельно, конечно, но бог бы с ним. Фишка не вот в чем. Смотрите. Фишка состоит в том, что несмотря на то, что наш класс типа list вот с извращенной формой репро, несмотря на то, что он поддерживает все то, что умеет, что поддерживает list, все те функции, которые были определены в нем заранее, в них вот эта конструкция по преобразованию типа не проделана, просто потому что иначе бы это было слишком медленно каждый раз тут лишний конструктор заводить. Вот. И несмотря на то, что type от L у нас такой, любая операция над ним возвращает
обычный класс. Для того, чтобы этого не происходило, вам нужно в ваших методах, которые вы определяете, явно прописать вот такое преобразование типа. Это не всегда хорошо. Но если вам нужно, чтобы производные классы возвращали какие-то операции типа производный класс, это надо где-то явно написать, например, вот так. Другой способ — написать вместо type от self self.class, да, там что-то типа. Это то же самое, что type от L. Вот. Как мы уже говорили, где мы тут говорили об этом, я все к суперу хотел подъехать, но ушел в сторону. А, вот он, цель 2, да? Вот он, смотрите. Вот у нас есть классик CL, который что-то делает, и вот класс CL2, который вызывает родительский метод. Вот в этом месте есть некоторая неприятность, которая состоит в следующем. Неприятность очевидная, она состоит в том, что мы должны вспомнить, собственно, из какого класса мы вот тут вот что-то проделывали, да? Понятное дело, что вспомнить невелика проблема, да? Но тем не менее. Неприятность менее очевидная возникает, когда у нас происходит множественное наследование, когда у нас один класс является наследником сразу нескольких, и в уме вычислять, а чей именно метод мы хотим здесь использовать, в общем, не очень удобно и в целом небезопасно. Вот. Ну и кроме того, надо еще как-то в голове держать, в каком классе какие методы были, а мы точно знаем, что они где-то были. Вот. То есть, вот этот класс CL2, можно в этом месте поступить по-другому. Можно вызвать так называемый прокси-объект. Пишется, это пишется супер. Дальше. Вот если мне не изменяет память, это должно выглядеть примерно вот так. Вот. В чем разница? Разница довольно существенная, потому что мы в данный момент не вызываем явно какой-то конкретный метод конкретного класса. Обратите внимание, мы вообще вызываем этот метод, как если бы он был метод объекта, да? То есть метод экземпляра класса. Супер возвращает специальный хитрый объект. Это не класс, да? Видите? Вот в исходной формулировке у нас здесь было, поскольку это метод, который мы смотрим через имя класса, нам нужно передать self в качестве первого параметра, явно. А вот здесь вот нам self передавать не надо, потому что вот эта вот штука конструирует некоторый виртуальный экземпляр непонятно какого класса, а именно всех тех виртуальный экземпляр несуществующего класса, который состоит из всех тех классов, от которых мы наследуемся, кроме нашего. И потом из этого виртуального экземпляра дергает соответствующий метод. Вот. Вот этим занимается супер. Это такой прокси-объект. Фактически для того, чтобы переложить вызов вот этого метода на тот класс, которому согласно алгоритму поиска правильного метода среди графа наследования классов полагается вызываться. Вот. Ну, я сказал слишком сложно. Сейчас мы про это еще поговорим как раз. Мы именно туда идем. Вот, значит, обратите внимание на то, что, несмотря на то, что вот этот объект типа супер ведет себя как экземпляр чего-то, на самом деле он не экземпляр. Не создается никакого экземпляра базового класса, не вызывается new для этого класса, для создания экземпляра. Короче, нет. Это именно такой объект, который просто перенаправляет вызовы соответствующего метода в правильный класс из тех, от которых мы унаследовались, если их несколько. Вот. Ну вот еще один пример перегрузки функции, да, вот, ну тоже вполне себе очевидный, да, вот в этом классе у нас функция просто тупо возвращала а в этом классе она будет возвращать то, что она возвращала в предыдущем, и еще бы. Все. Параметры супера. А давайте посмотрим.
Дофига у него параметров на самом деле. Мы, наверное, к этому еще вернемся. У нас будет еще одна лекция, правда, видимо, не сразу, про продолжение, про хитрости объектной модели Питона. И вот когда будем разговаривать про хитрости объектной модели Питона, вот там-то мы поговорим про метаклассы, вот это все. Да? Вот так-то мы поговорим про супер. Вот. Окей. Значит, ну что, следующий больной. А следующий больной, вернее, следующая тема. И это довольно забавная тема, связанная с, скажем так, тем самым понятием инкапсуляция, против которого я тут активно выступаю. А именно с сокрытием. Смотрите, в питоне, в принципе, все наружу, все кишки наружу. Мы можем, как вы помните, забраться пальцами в собственное пространство имен, там накуролесить. Вот. И это, в общем, конечно, хорошо, за исключением ситуации, когда вот это вот ружа, это самое пространство имен, приезжает к нам, а мы того не хотим. В частности, когда мы берем, делаем производный класс на базе какого-то здоровенного класса, написанного не нами, к нам приезжают все его методы, все его поля, вообще все, что в нем лежит. Мы читаем документацию по этому классу, и там некоторые из этих методов описаны. И читая документацию, мы знаем, что если мы перебьем соответствующее поле или метод в нашем производном классе, сами себе злобные буратины, значит, мы так хотели. Но вполне может быть, что в этом базовом классе есть поля и методы, которые, вообще говоря, не являются интерфейсом. То есть они не предоставляются пользователю, ими лучше не пользоваться лишний раз, они могут переименовываться и так дальше. И они не документируются. Что если я случайно такой метод перебью? Внутренний. Все пойдет на смарку, понятное дело, потому что в момент разрешения мы увидим, что наш производный класс такой метод имеет, вызовется мой перебитый метод, а я случайно его так назвал. Не знаю о том, я не глядел весь код базового класса, я не знал, что там есть такой внутренний метод. Что с этим делать? Очевидно, что нужно такие поля нашего базового класса скрывать. Для этого в всяких C++ и прочих Java существует клауза private. Мы говорим, вот этот приватный метод, он у меня внутри объектов виден, снаружи объектов не виден. В Python ничего такого нет, потому что в Python просмотр области видимости, он рантаймовый, динамический, он происходит тогда, когда вы залезли в этот объект, а не тогда, когда вы его описали. Пойди различишь, там private, что не private. Но защищаться от перегрузки поля в базовом классе, если это поле не предназначено для общественного пользования, нужно. И тут на помощь приходит такой, с одной стороны, остроумный, а с другой стороны, немножко такой костыльный трюк. Трюк состоит в следующем. Если мы опишем в классе поле, имя которого начинается на два подчеркивания, поле, метод, неважно что. То, ну давайте опишем также метод, dev, наш любимый str, да. Вот. Все шикарно. Но если мы сейчас на основании этого безобразия сделаем класс производный, и здесь напишем, ну скажем, что там а, да? Вот, то внезапно окажется, ой, вот, то внезапно окажется, что функция эта не работает. Так? При этом, смотрите, а так, и так не работает. Интересно, почему он так-то не работает? Должна работать, по идее. Вот. В
В чем идея? Идея состоит в том, что вот это поле, два подчеркивания А, именно в силу того, что оно начинается на два подчеркивания, всякий раз, когда мы на него смотрим из производного класса, выглядит вот так. То есть подчеркивание имя базового класса, два подчеркивания, а дальше имя поля. Именно поэтому вот это вот self.a просто не существует. Вот если бы мы вот так написали, да? Ой, ну только его надо сначала создать. Нет. Ну как же так? А, ну да. Вот. А, я туплю, господи. Сегодня как-то очень много и бессовестно совершенно туплю. Вот. Бред какой-то. Да. Вот не знаю, что на меня нашло. Какие-то звезды неправильные сегодня. Во. Значит, ну да. Соответственно, если бы мы так не написали, то этого не было бы. Ну, тут уж понятно, да, поверьте мне на слово, нет никакого подчеркивания А. Вот. Сейчас мы его создадим, вы увидите, да? Вот. А при этом... так оно... Да. Да что ж такое-то? Вот. Нет никакого подчеркивания А. А вот так оно работает. Значит, извините, кого запутал. Да? Почему вот это работает? Потому что этот метод определен внутри класса C. Да, давайте мы сейчас его найдем уже. Вот здесь он определен. Вот этот метод. Он ходит к полю А этого объекта, и там все хорошо. Как только мы начинаем пытаться ходить к полю с двумя подчеркиваниями, кстати, там он тоже ходит к полю вот такому, подчеркивание С, два подчеркивания А. Да? Вот. Ну, смотрите. Давайте. Вот оно. Да? Вот это превратилось вот в это. Соответственно, тем самым мы можем вполне себе защитить те имена, которые у нас в пространстве имен класса лежат, если мы не хотим, чтобы пользователь случайно в них стукнул. Почему в них нельзя стукнуть случайно? Потому что программист знает, что имена, начинающиеся на подчеркивание, на два подчеркивания, они специальные. На одно подчеркивание вообще лучше ничего не надо делать, писать, имен делать. На два подчеркивания они будут таким образом защищены, а соответственно пространство имен, начинающиеся на одно подчеркивание и имя класса, это вот то самое, куда мы не лезем, и соответственно там лежат все вот эти сгенерированные имена. Вернее, так выглядят все сгенерированные имена. Так что защита при соблюдении дисциплины полная, но, как я уже вот тут сделал, где она тут была, как я вот тут вот сделал, конечно, никто не мешает вам взять и пойти туда, конкретно в это поле, зная имя класса C, и зная, как называлось это поле, и что-нибудь с ним сделать. Вот как вот в этой реализации. Вот. Ну, как бы, захотел, получил. Да, если вам очень хочется, прицельтесь себе в ногу и выстрелите. Вот, защита. Еще раз повторяю, это не способ сокрытия данных. Как видите, доступ к ним имеется. Это способ так организовать пространство имен, чтобы не произошло случайного перекрытия. Вот. Ой, человек со сложным ником, который мне сложно прочесть, спрашивает, а легально ли такое обращение? Ну, любое обращение в питоне легально. Просто если вы хорошо знаете, что вы делаете, ну, ходите по этому имени. Если ваш вопрос состоит в том, будет ли так всегда, то есть вот это вот преобразование имен, будет ли оно так работать? Да, будет. То есть это действительно... то есть, факт вот такого определения действительно эквивалентен факту вот такого имени в пространстве имен. Вот. Туда можно ходить, если вы понимаете, зачем вы это делаете. Вот. Это что касаемо проблемы защиты от случайного доступа. Вот. Теперь, значит, у нас следующая тема это множественное наследование. Сразу скажу, что
самое клевое описание множественного наследования вот по этой ссылке, это доклад Елены Шамаевой на нашей прошлогодней конференции, которая называется «Свободные программы в высшей школе», вот, где все очень толково и разумно описано про то, как работает этот алгоритм. По этой причине мы сейчас поговорим только про формальную кальку этого алгоритма и про то, какие цели он достигает. А полностью enlightenment на вас не зайдет вот при просмотре этого доклада. Значит, в чем проблема множественного наследования? Ну, собственно, особой проблемы множественного наследования нету. Ну, хорошо, у нас есть там несколько классов. Да. И цепь. И мы можем описать класс D, который наследуется сразу от всех этих классов. Вот. Погодите. Кто мешает? И действительно у нас получится, смотрите, что у нас D правда, и А правда, и Б правда. Да? Значит, класс, являющийся наследником сразу нескольких, вот, и его экземпляры считаются экземплярами всех вот этих четырех, в данном случае четырех классов. Что будет, если в каждом из этих классов будут, вот это спрашивал Виктор, будут поля с одинаковыми именами? Давайте это проверим. Давайте определим вот этот класс A немножко по-другому. Да? Def full от self, ну скажем, return. self.class. Вот. Ну и такой, давайте такую же фигню сделаем с B. Ну и хватит с нас. В конце концов, уже будет понятно. Если мы сейчас определим класс, ну скажем, C. Да, давайте проверим, как это работает. Да. Вот. Если мы сейчас сделаем класс C. Ну, кстати, нет. Все тут будет хорошо. Я ступил. Ладно, давайте это проверим. Вот. Значит, пока все нормально. Да? Почему все нормально? Потому что когда мы ходим к селфу и пишем .класс, мы сейчас не можем предсказать, какая из этих функций нам вернула вот это значение, потому что это значение в обоих случаях будет класс C. Хорошо, давайте тогда перепишем этот наш класс A. К сожалению, я... Да, давайте так сделаем. Жестко прибьем сюда A. Вот. А сюда жестко прибьем B. Да не сел в B, а просто B. Во. Что будет, когда мы вызовем вот такое? М? Да. А, извините. Во. Внимание, вопрос. А почему? Почему среди двух имеющихся методов fun у двух родителей А и Б был выбран вот этот, а не вот этот? Ну, очевиден ответ. Потому что он первый. Когда мы описывали наш класс C, мы сказали, что сначала смотреть методы в классе А, а потом смотреть методы в классе Б. У нас класс D зависит, описан как на следующий, сначала от B, потом от C. В классе B нету поля V, в классе C есть поле V. В базовом классе тоже есть поле V. Если мы обходим наше дерево в глубину, то есть, как говорит, я все-таки прочту это, Ашхремен, господи, прости,
Мне кажется, это какой-то гайство по-немецки. Вот, как говорит, значит, один из слушателей, потому что он первым стоит. Так вот, вот при таком описании, да, когда у нас класс D, сначала B, а потом C. Вот, то если мы будем брать тот, который стоит первый, мы пойдем в класс B, в нем нету поля V. Тогда мы пойдем в первый класс, от которого унаследовал B, найдем это поле V и скажем, вот мы нашли поле V, оно лежит в A. В общем, наверное, нам хотелось бы, чтобы нашлось вот это поле. Оно как бы свежее, оно ближе лежит к нашему корню, вот, несмотря на то, что оно по второй ветке. Так что, с одной стороны, мы, конечно, хотим, вот в случае, когда они лежат на одной глубине, эти фуны, чтобы брался тот, который первый. Но если они лежат на разной глубине, мы хотим, чтобы брался тот, который мельче всех. Хорошо, давайте попробуем тогда вместо обхода в глубину использовать обход в ширину. Да? То есть давайте тогда так сделаем. Мы сначала пройдем по первому уровню. Вот. Кого там найдем, если там есть данный метод, вот кто первый на первом уровне глубины содержит данный метод или поле, вот такой возьмем. Тогда у нас вот эта картинка будет обманной. Смотрите, если у нас обход в ширину, то есть мы сначала смотрим вот этот уровень, потом вот этот, потом вот этот, потом вот этот, вот, то, вернее, не так, сначала вот он, к сожалению, неправильная картинка на самом деле, да, потому что C надо было нарисовать вот здесь, да. Смотрите, у нас от D на первом уровне BBB и C, а на втором уровне ББ и А. Так вот, если мы и делаем обход в ширину, то мы внезапно доберемся до поля В объекта класса А раньше, чем для поля В класса Б. Почему? Потому что здесь ход всего, глубина наследования всего 2, а здесь глубина наследования 3. Вот. Тоже нехорошо, потому что очевидно, что ожидания программиста, который делает множественное наследование, такие, что он хотел бы, чтобы вот это появилось раньше, чем вот это. Таким образом, ни один из очевидных способов обойти дерево на предмет того, чтобы найти там нужный метод, дерево зависимости, дерево наследования, чтобы на предмет того, чтобы найти там нужный метод, ни один из способов нормально не работает, ни один из способов не оправдывает ожиданий программиста. Да? Вот здесь мы хотим, чтобы нашелся тот, который глубиной ближе, да, а здесь мы хотим, чтобы нашелся тот, который, ну, первый, а не второй. В общем, такое. Сразу скажу, что это ожидание, оно, как это сказать, не всегда и вполнимо. Есть ситуации, например, классическая ситуация — ромбовидное наследование. Есть ситуации, при которых, вообще говоря, как бы мы ни приняли решение относительно того, какой метод мы найдем вот в этом графе поиска, все равно программист будет недоволен. Поэтому лучше, когда мы детектим такую ситуацию, просто выбрасывать исключение с вами, а вот так наследоваться вообще нельзя. Что бы хотелось от алгоритма обхода этого самого графа наследования? Он же еще в литературе называется МРО, метод Resolution Order. Да? Значит, способ, как это, порядок поиск метода. С одной стороны, хотелось бы вот то, что было сказано в чатике, чтобы тот, кто стоит первым, тот и первым был кандидатом на предмет того, чтобы в нем поискать нужный метод. Да? Если у нас тут CBA, да, то если у нас в некотором объявлении класса есть где-то класс C, который зависит от B, который основан на B, который основан на A, то в общем новом методе
поиска полей мы должны сначала посмотреть D, потом C, потом B, а потом A. Потому что для C так и было. Сначала C, потом B, потом A. Вот. Фактически нам нужно вытянуть вот это дерево в линию, то есть, собственно, превратить дерево в список, произвести линеаризацию. Но эта линеаризация должна обладать чуть более хитрыми свойствами, чем ну, там, простой обход дерева там, в ширину, в глубину, куда угодно. Мы это уже видим. Потому что нам нужно сразу два требования. Первое требование – это соблюдение порядка наследования в том виде, в котором они были описаны. А второе – это соблюдение порядка объявления. Если у нас класс C заявлено, что он наследуется от D от E, то, как правильно было сказано в чатике, сначала надо посмотреть в D, а потом в E. Понятное дело, что поскольку мы определяем сразу два порядка, по которым мы вынуждены обходить наше дерево, то иногда между ними бывают конфликты. Вот. Собственно, алгоритм, который называется MRO-C3, и есть алгоритм обхода дерева наследования классов, который выдает такую линеаризацию, которая удовлетворяет обеим этим требованиям по порядку, обоим. Вот. А если это невозможно, вываливает исключение. Вот, да? И это про то, как работает этот алгоритм. Значит, смотрите, я уже сказал, что есть статья в Википедии, есть статья автора самого алгоритма, он появился не в Питоне, придумали его не в Питоне, MRO-C3 придумали, кажется, в Перле. Вот. Есть огромная статья на Хабре на этот счет, но самая как бы рекомендуемая мною... Где она тут? Вернись, я все прощу. А, это не здесь, это вот здесь. Рекомендуемый мною материал по тому, как в это въехать, это доклад Елены Шумэ. А значит, тем не менее, на пальцах. На пальцах так. Общий принцип. Линеаризация, то есть список. Это что? Это сам класс. И некоторым образом совмещенные два этих порядка. Во-первых, все линеаризации родительских классов непосредственно. А во-вторых, списка самих родительских классов. То есть мы хотим удовлетворять вот этим двум требованиям одновременно. Да? Мы, во-первых, говорим, что линеаризация это делается на базе линеаризации всех родительских классов. И во-вторых, мы говорим, что линеаризация делается на базе списка этих классов в том виде, в котором они идут в нем. Что такое функция совмещения? То есть понятно, что у нас два порядка, надо из них сделать один. Ну, функция совмещения выглядит, в общем-то, просто. Мы берем все вместе, складываем все в одну кучу. У нас есть список всех линеаризаций и еще список вот этот вот классов родительских в порядке их объявления. Берем нулевой элемент очередного списка. Если он не является ничьим предком и не следует ни в одном из этих списков после кого-то, то есть если этот нулевой элемент очередного списка входит также в нулевые элементы других списков, а в ненулевые не входит, то это хороший годный элемент, его можно взять из этого структуры и добавить в линеаризацию. Почему? Потому что он ничей не предок, и он нигде не стоит после кого-то еще. То есть кто-то никого, а раньше него в описании не стоял. Отлично. Добавляем его в линеаризацию, удаляем из всех списков. И так по кругу. Если вдруг мы находим нулевой элемент очередного списка, который входит, либо он является чьим-то предком, либо он не первый в каком-то из списков, мы переходим к следующему списку. Вдруг его нулевой элемент самый нулевой, ничей не предок и не стоит ни после кого. Вот. Если мы внезапно выясняем, что мы финишировали с такой структуркой, у которого все нулевые элементы этих списков, вот этих вот исходных,
после того, как мы повыбрасывали оттуда кое-чего. Так устроены, что они либо чьи-то предки, либо где-то стоят после кого-то, это значит, что у нас невозможно одновременное соблюдение порядков и вываливаются исключения. Вот. Вот пример, как устроена линеаризация вот такого дерева классов. Оно линеаризуемо, как я понимаю. Фишка стоит в том, что вот порядок наследования вот такой и вот такой приводит к совершенно различным линеаризациям, то есть различному перебору по классам, который прям вот, ну, сильно отличается. Вот. Хотя с точки зрения такого глубины, видите, с точки зрения того, кто в кого вложен, кто от кого наследовался, эти картинки очень похожи. Да? Отличаются только вот этими стрелочками. Вот. Поэтому мы не будем тратить время на это. Давайте сразу посмотрим на исключительные ситуации, которые не рабочие. Вот эта ситуация рабочая. В ней линеаризация пройдет. Почему? Потому что класс B, он одновременно для класса А и первый. Сейчас, это в другую сторону, да, это базовый класс. Да, извините. Значит, вот, класс А базовый, да, класс B базируется на А, класс Y базируется на B и на А. Поскольку в этом списке B идет первым, А вторым, и в списке наследования B идет первым, А вторым, вот эта зелененькая ситуация, она разрешима. Неразрешима ситуация вот здесь. Это ситуация того самого, ну, это не ромбовидное наследование, потому что у нас тут два разных порядка конфликтуют. Порядок объявления и порядок наследования. Да? Вот эта штука невозможна, потому что для класса X, судя по порядку объявления, первым идет А, вторым Б, а судя по порядку наследования, после Б идет А. И мы, проводя механизм линеаризации, упремся в ситуацию, когда ни B нельзя в него включить, потому что он второй после А, ни А нельзя в него включить, потому что он второй после B в порядке наследования. Вот, давайте это проверим. Давайте просто это все скопипастим. И вот у нас А есть, Б есть, X есть. Нет, X нету. Y есть, но Y не определился. Да. Да? Y есть, а вот X, давайте еще раз это увидим. МРО для него, МРО C3 для него не работает. Еще раз. Дело не в том, что нельзя обойти дерево. Дерево обойти можно. Дело в том, что какое-то из ожиданий при этом будет обмануто. Да? Мы не знаем, мы не можем заранее предположить, или не так, мы не можем одновременно ожидать, что вот при таком объявлении порядок просмотра поиска методов будет одновременно и сначала А, потом Б, и сначала Б, потом А. Вот такая вот штука. Теперь возвращаемся к супер, потому что это как раз важная вещь. Я пожертвовал немножко рассказом про МРО C3 ради того, чтобы немножко поговорить про всякие методы. Так, тут вот уже много, большой код. Да, так что такое супер в результате? Супер в случае множественного наследования, это вообще единственный способ нормально, без напряжение локализовать метод, который нужно вызвать из родительского класса. Потому что родительских классов много, и фиг знает, какой из них мы выберем. Ну, давайте прям проверим. Значит, не будем. Вот это вы разберете сами, этот пример более сложный, а мы что-нибудь попроще напишем. Значит, у класса А будет метод А. У класса Б будет метод B. Вот. А класс C будет от них унаследован. И у него будет метод C.
который будет вызывать супер оба раза. Ну, допустим, не знаю, там b равняется супер b, a равняется супер a, ну и return a плюс b. Это был return. Вот. Давайте посмотрим, что произойдет. Тик. Вот. Обратите внимание вот на что. В случае множественного наследования супер — это вообще супер штука, потому что она представляет собой такой как бы недоэкземпляр нашего класса C, у которого ничего нету из класса C. То есть это такие все методы классов A, B, ну и всех остальных, если там было больше. Супер – это такой объект, в котором в правильном порядке, вернее так, в котором отражены те самые методы, которые были бы найдены по алгоритму MRO-C3. Вот. И они там все есть. То есть в нем есть все методы всех наших базовых классов, и мы можем просто говорить супер и вызывать метод. При этом поиск соответствующего метода будет происходить по правильным законам. Вот. И нам не нужно будет заморачиваться, вспоминать, в каком классе какой метод лежал, и тот ли этот метод, который нам нужен. Вот. Такая веселая штука, этот ваш супер. В принципе, есть еще один метод, совершенно неравный методу наследования, делать производные классы. Вместо того, чтобы эти производные классы наследовать друг от друга, их можно обертывать, делать прокси. Вот, значит, ну то есть смотрите, мы берем и говорим класс D, ну класс, конечно, класс D, field равняется, даже давайте сделаем его сокрытым, да? А, нет. У нас же там есть init, тогда мы сделаем не так. Def init от self args. Quarks. И ничто же сумняшься, сделаем так. self.proxy равняется. Это всего лишь слово. Не подумайте, чего такого. Равняется, что там у нас c, а c точка от arsquare. То есть фактически мы говорим, знаете что, у нас будет класс d, у него не будут никаких методов класса c, но у него будет элемент класса c внутри, он инициализируется будет прямо так, и если, допустим, у dev у класса C есть метод C, пожалуйста, можно его тоже спроксировать и сказать return self.proxy proxy что там, .c. Вот. Это тоже будет работать, естественно. Вот. Но будет это работать немножко странным образом. Все, что мы напишем сюда, в наш проксированный класс, будет работать. Понятное дело, догадаться о наличии чего-то еще в классе C, да, таким способом нельзя. Мы с вами уже знаем, что можно посмотреть, просто сказать вот так вот, например. Да? И в этом смысле можно попробовать как-нибудь исхитриться при вызове гетатора от элемента D, сходить к этому дикту и посмотреть, а есть ли такой атрибут C и так дальше. Но это уже такие, ну, хитрости конструктивистские, да? Общий принцип такой, что если вы делаете проксирование, то вы должны вручную отреагировать вручную на обращение к тем полям, которые у вас используются в классе. Вот. Тем не менее, иногда этот метод заходит. Так, у нас осталось 15 минут на еще одну тему, которая исключение. Вот.
Знаете что? Я все равно не очень понимаю утверждение. Давайте обсудим это в чатике не здесь, потому что у нас лекция, да, а в чатике в Телеграмном, где у каждого есть время подумать, в том числе и над формулировкой вопроса. Вот. Я правда не очень понимаю вот этого последнего вопроса, поэтому вот. Исключение – это такой способ нелинейного управления вычислительным потоком. То это не способ рассказать вам, что вы дурак и сделали ошибку. Это не способ остановить программу. Это способ передать управление из одной точки в другую в случае, когда эти точки синтаксически слабо связаны. Связаны только последовательностью цепочкой вызовов функции. То есть это надо просто понимать себе, да, что исключение – это не когда ошибка произошла, а когда вам нужно отработать некоторое событие, которое произошло в одном месте кода, а реакция от нее совершенно в другом. Вот. Кстати, говорят сейчас в новом питоне, в там, 10 или в 11, в смысле в 11 или в 12, будут сверхбыстрые исключения, которые работают, в общем, вообще с линейной скоростью. Вот, надо почитать. Тем не менее, очень часто исключения используются именно как обработчики ошибок, потому что, смотрите, вот все, что начинается с большой буквы, это стандартное исключение, и, скорее всего, это ошибки. Видите, как часто встречается слово error в этом списке. Вот. Действительно, исключительные ситуации, связанные с отработкой ошибок, наиболее частые, особенно когда вы работаете с интерпретатором, с динамическим пространством имен, с динамической типизацией и вот со всем остальным. Вот мы помним, мы говорили об этом, все ошибки в рантайме. Вот они. Как это выглядит? Вы можете сказать try. Ну, давайте что-нибудь такое стандартное. Можете сказать try. Мы пишем fun. Вот. Раз, два, три. Вот. Except. Да, елки-палки. Except. Ну, скажем, print куку. Вот. Понятное дело, что сейчас произошло? Функция fun от 0 сгенерировала исключение zero division error. Вот здесь мы функцию вызвали. Произошло исключение. Мы проверили среди clause except, нет ли нужного эксепшена. Оно есть, потому что клауза except вообще все ловит любое исключение. Делать так не надо, только в примерах так можно сделать. Вот. И мы выполнили некоторый код, который нужно было выполнить, потому что произошло исключение. Скажем, если мы напишем вот так вот, то тоже произойдет исключение. Только другое. А мы не узнаем этого, потому что мы написали неправильный код. Мы все исключения на одну гребенку, одной гребенкой чешем. Видите, а это другое исключение. Ну, соответственно, если бы мы написали вот так вот, нужно было бы написать сюда, допустим, type error, вот, и тогда бы все у нас заработало как надо. Да? А, допустим, от нуля оно бы продолжило вываливать это самое исключение. Вот. В этом коде что написано? Что мы попробуем выполнить вот то, что написано тут, и в случае, если возникнет исключение type error, обработаем его. Надо сказать, что исключения – это не какие-то магические строки. Это такие классы в питоне, самые обычные. Прям самые обычные, от них можно наследоваться, например. Вот. Их можно экземпляры из них делать. Например, вот так вот, смотрите. Вот. Сейчас покажу, для чего это нужно. Исключения – это классы. В самом простом случае вы пишете try, except, можно сразу несколько исключений обработать, смотрите, да? Какой у нас там был zero division error, да? Вот, и тогда наш код будет работать так, в этот случай type error, в этот случай zero division error, да? Вот. А вот если мы совершим какую-то еще более глупую ошибку, то
она вылезет и не обработается, потому что, как видите, индекс error мы не обрабатываем. Все очень просто. Так вот, значит, исключение – это обычные объекты, и их можно друг от друга наследовать. Зачем? Помните историю про... Ай, не так. Про isInstance. У нас... Или из subclass даже. На самом деле из subclass. А, ну да. Там уже C. Ну, неважно. В общем, вы помните. Идея состоит в том, что производный класс можно проверить на то, является ли он производным от конкретного класса. Допустим, если вы напишете класс myException, и наследуете его от exception, как это принято делать, вот, то у вас появится исключение именно myException, которое вы можете потом с помощью оператора arrays куда-нибудь вбрасывать, и про него будет известно, что оно пройдет в клаузу except myException или except exception. Ну, давайте более хитро сделаем. Давайте его не от exception унаследуем, а, допустим, от того же самого Zero Division Year. Вот. Значит, напишем небольшой код. Try. Ну, да не знаю, там. Да. Ну, допустим, Zero Division Error. Ну, это только вот так вот, да. Вот. Напишем здесь race. Ну, допустим, syntax error какой-то. Понятно, syntax error не прокатил. Zero division error. О! Да? Zero division error мы поймали. Фишка того, что исключения образуют иерархию, то есть дерево наследования, состоит в том, что то же самое Zero Division Error поймает и наш myX, потому что он является экземпляром, он является дочерним классом по отношению к Zero Division Error. Вот. Да? Идея состоит в том, что иерархия исключений – это такое дерево классов, и вы можете такое общее генерическое исключение поймать, которое называется просто exception. Вас. И там, что бы вы здесь ни сделали, он тут появится, да, и Zero Division, и там, и индекс, и что угодно. Вот, надо сказать, что есть еще более универсальные исключения, например, Base Exception, но их ловить не рекомендуется, потому что есть ситуации, при которых лучше бы исключение отловил Python, а не вы, в смысле интерпретатор, исполняющий систему. Вот. У исключений есть иерархия класс. Вот пример более хитрый. Кто какое исключение ловит? Вот смотрите. Что тут написано? Класс B exception, класс C от B, класс D от C, и мы их по очереди рейзим. Значит, сначала B, потом C, потом D. Да, значит. Обратите внимание, что здесь я рейзю не просто исключение, а его экземпляр. В принципе, без разницы. Тот же самый код работал бы и вот так, если мне не изменяет, память. Да. Не подскажу прямо сейчас. Лучше я на этот вопрос посмотрю сам ответ и отвечу, скажем, на следующей лекции. Или впишу вот в план сюда. Вот. Обратите внимание на то, что при порождении B у нас поймался B, при порождении C поймался C, при порождении D поймался D. Но если мы сейчас возьмем и вот здесь вот поставим B, а вот здесь поставим D, что мы увидим? Упс, почему так? Потому что
при обработке исключений первым делом мы проверили, а не B ли это. И все три исключения, которые мы здесь породили, они на самом деле B. Вот по этой причине, да. Значит, это позволяет организовывать вот такой перехват управления вот по принципу иерархии. Вот. Ну, соответственно, когда вы пишете такого рода конструкции, обратите внимание, except может быть множественный, когда вы пишете такого рода конструкции, не забывайте про то, какое исключение, в какое вложено, если вы такие используете. Спасибо, спасибо, Python Proc. Я действительно сейчас прямо вот из головы не готов сказать про race from. Давайте я это запишу себе и либо положу это в план лекции, либо в начале следующей лекции расскажу. Вот, что еще нам не хватает? Мы можем, когда пишем обработчик исключений, мы можем его сказать вот так вот, as, давайте exception, as e. И тогда у нас появится больше интересного всякого. Например, мы можем написать e вот здесь вот, да, и давайте так вот сделаем. Вот, у нас вот в этот объект e, давайте мы еще type от e скажем, type. Приезжает некий объект, по которому можем работать. Более того, мы даже можем что сделать? Мы можем, скажем, сделать так. Race syntax error, error, ку-ку. О! Видите вот это? Да? То есть у нас внутри нашего, по-моему, это называется e. Сейчас давайте посмотрим. Undefined. Хорошо. Текст, да, то есть на самом деле это просто e.text. Вот, нет, e.text это non args, тогда args. Во, да, значит, мы можем передать нашему исключению, когда мы его сами руками рейзим, произвольное количество параметров, эти параметры приедут в переменную args. И оттуда их можем забрать при обработке. То есть фактически мы как бы не просто рейзим исключение номер столько-то, а еще какое-то возвращаемое значение по ходу передаем в этих самых аргументах, в параметрах. Что еще можно присобачить к рейзу? К рейзу можно присобачить, например, else. Else — это как в ифе. Это ситуация, что делать, если исключения не было вообще, совсем не было. Ну и правда, а куда его впихивать? Нельзя же его впихнуть вот сюда вот, да? А вдруг у вас исключение... Ну, короче, давайте сделаем вот так вот. Else print nope. Вот в данном случае исключение было, поэтому выполнился вот этот оператор. А сейчас исключения не будет. Ну, допустим, не знаю. Там. Вот. И тогда вот этот оператор nope выполнится. Наконец, есть клауза finally. Она еще интереснее. Клауза finally выполняется всегда, даже если исключение было, не было, и даже если оно не перехвачено. То есть, если там питон вывалился. Смотрите. Еще напишем тут finally. Finally. Давайте вместо exception здесь, допустим, не знаю, там zero division error нашли. Это в случае, если исключения не было. И это в случае, если исключение было. Обратите внимание, исключение было. Ой, его тоже не было. Сори. Промашечка вышла. Вот. Вот.
Обратите внимание, исключение было, мы выполнили вот эту строчку, но clause finally все равно сработал. Вот. И даже если исключение не было перехвачено, вот сейчас у нас zero division не сработает, а сработает type error, но вот always все равно сработало. Clause finally выполняется вообще всегда. Это нужно, например, для, вот от, вы открыли файл, начали с ним работать, случился какой-то crash. Но файл-то надо закрыть перед этим. Вот вы его и закрыли. О, интересный вопрос, Python Proc. А проверьте. Python Proc спрашивает, а что будет, если у нас вот здесь вот будет return, выполнится ли finally? Проверьте. Я думаю, как бы проще проверить, чем спросить. Просто у нас времени уже нету, я бы и сам сейчас проверил при вас. Вот. Значит, последнее, что хотелось бы сказать. Две вещи хотелось бы сказать. Вещь первая. Еще раз, исключение – это не ошибки. Исключение – это способ передать управление сквозь стек вызовов функции. Вот пример, в котором исключение происходит вот тут, а обработка происходит вот тут, сквозь вызов функции justFun. Да? Значит, мы что-то такое калькулируем. Функция, которая калькулирует, ну, она, правда, тоже вызывает какое-то свое исключение. Но самое главное, что она может вызвать другую функцию, в ней тоже может возникнуть исключение. И вот все вот эти исключения, на разных уровнях возникающие, мы линейно обрабатываем внутри вызывающей программы. В этом смысл исключения. Второе, что хотелось бы сказать, и на этом, видимо, закончить, это то, что вот это имя as, оно локально для клауза except. Оно не сохраняется. Вот мы это уже видели сегодня. Вот. Видите, вот выполнился код as e, но к моменту выхода из него имени e не было. Там создается отдельный контекст, этот контекст удаляется. Вот. Это нечастая ситуация для питона. Обычно в питоне все, что вы создаете, залипает в пространстве имен. Поэтому следует иметь это в виду. Вот. При этом, понятное дело, другие имена, например, вот еще одно имя, да, которое мы тут создали, оно, естественно, создает. Вот. Если есть какие-то вопросы, потому что я уже сказал, задавайте их. Вот. Еще раз, алгоритм поиска посмотрите там, где его можно посмотреть. Вот. Домашнее задание будет. Это старое домашнее задание, но ну, будет другое. Вот. И на вопросы, которые тут мне задавали, на которые я сейчас ответа не знаю, я отвечу либо вот дополнив контекст, конспект, либо на следующей лекции. А вот к вопросу про какой тип передается в параметр класса, переформулируйте, пожалуйста, в чатике мы разберемся. Сейчас я на этот вопрос ответить не могу. Все, братцы, извините за некоторую заминку в начале. Я, как это, приходилось некоторое время въезжать в процесс. Вот. И до встречи в следующий раз. Что будет в следующий раз, я не знаю. Возможно, мы продолжим работу, разговор про классовую модель. Там есть еще о чем поговорить много. Вот. Возможно, мы сделаем некоторое отступление в сторону тем, которые были в прошлом семестре в это время. Там были тоже интересные темы. Кстати, и это тоже предлагаю обсудить в чатике, что вам больше интересно. Все. Если вопросов больше нету, спасибо, что все это вытерпели. До новых встреч. В следующий раз, я надеюсь, так не облажаться. Да. Ну вот, собственно, и все.